История подошла к концу. Моя дочь попрощалась с экраном с финальной серией. Наконец-то стало понятно, что деньги украл не Демир, а скорее недоразумение. Пока Демир женится на Джандан, Угур и Севги достигают своих целей. По соседству двойная свадьба. Ойкю в полной мере наслаждается счастьем, танцуя со своим отцом. Теперь плохие дни позади, и он делает первые шаги к хорошим дням со своими близкими. Ойкю веселится в счастливые дни своего отца и Угура. Теперь все их близкие вместе. Стори, которая выражает свои чувства словами, делится ими со своими одноклассниками. В то время как его сочинения вызвали у его учителя и друзей очень эмоциональные переживания, он рассказывает об Угуре, Джемале, своем учителе, Хаджи Девяти и его друзьях, которых он называет своей семьей, и говорит: «Раньше я был очень одиноким, но теперь у меня очень большая семья». Вот страница просмотра финальной серии 34-го эпизода «Моя дочь». Ойкю почувствовал облегчение, когда сказал, что деньги, которые он нашел в парке, принадлежат Амеру и что его отец передаст их владельцу. Демир говорит, что доставит деньги Амеру, когда он утром уйдет с Джемалем и Угуром. Он кладет деньги в карман и уходит. Тем временем Джандан входит в комнату Ойкю. Когда он спрашивает о деньгах, Ойкю говорит, как я сделал эту работу, и прячется под одеялом из-за своего стыда. Чандан пытается его утешить, сказав ему, что он ребенок и что иногда он может ошибаться. Он сказал: «Смотрите, его больше нет. Твой отец исправит ошибку. Он доставит деньги. Не грусти. Больше не делай ничего подобного». История говорит, что он никогда не сделает этого снова. Тем временем Демир, пришедший в чайный сад, спрашивает об Омере. Он садится за стол, ждет Омера и пьет чай. В то же время двое сидящих за одним из других столиков замечают конверт в кармане Демира. Они говорят о том, что Омер рассказал о деньгах, которые он потерял. Поскольку они также знают Демира, они подозревают, что он украл деньги Омера. Ойкю неправильно ест завтрак, приготовленный Джанданом. Его мысли сосредоточены на его отце. Джандан велит Ойкю готовиться. Демир, с другой стороны, говорит, что не может больше ждать, и просит официанта позвать его и видит Омера, пока он собирается на работу. Есть полицейские с Омером. Он говорит, что у него есть жалоба на полицейских. Железо в шоке. Он говорит копам, что произошло недоразумение, но полицейские берут его за руку и отводят домой, говоря, чтобы он рассказал о своей проблеме в полицейском участке. Чандан и Ойкю ждут на автобусной остановке. Демир пытается объяснить полиции, что ничего не делал, но копы не слушают. Тем временем Ойкю, увидев своего отца среди полицейских, бросается к нему. Он не знает, что сказать, когда видит Демира Ойкю. Выясняется, что Демир не украл деньги, а пришел, чтобы передать деньги Омеру, и что инцидент был вызван полным недоразумением. Демир и Ойкю избавляются и от этого неприятного события. Демир оставляет все плохие дни позади, когда его отец женится на Джандане и любимом учителе своего дяди Угура. Его читают из-за счастья Ойкю на двойной свадьбе. История подошла к концу. Моя дочь попрощалась с экраном с финальной серией. Наконец-то стало понятно, что деньги украл не Демир, а скорее недоразумение. Пока Демир женится на Джандан, Угур и Севги достигают своих целей. По соседству двойная свадьба. Ойкю в полной мере наслаждается счастьем, танцуя со своим отцом. Теперь плохие дни позади, и он делает первые шаги к хорошим дням со своими близкими. Ойкю веселится в счастливые дни своего отца и Угура. Теперь все их близкие вместе. Стори, которая выражает свои чувства словами, делится ими со своими одноклассниками. В то время как его сочинения вызвали у его учителя и друзей очень эмоциональные переживания, он рассказывает об Угуре, Джемале, своем учителе, Хаджи Девяти и его друзьях, которых он называет своей семьей, и говорит: «Раньше я был очень одиноким, но теперь у меня очень большая семья».
Вот страница просмотра финальной серии 34-го эпизода «Моя дочь». Ойкю почувствовал облегчение, когда сказал, что деньги, которые он нашел в парке, принадлежат Амеру и что его отец передаст их владельцу. Димир говорит, что доставит деньги Амеру, когда он утром уйдет с Джемалем и Угуром. Он кладет деньги в карман и уходит. Тем временем Джандан входит в комнату Ойкю. Когда он спрашивает о деньгах, Ойкю говорит, как я сделал эту работу, и прячется под одеялом из-за своего стыда. Чандан пытается его утешить, сказав ему, что он ребенок и что иногда он может ошибаться, он сказал, смотрите, его больше нет. Твой отец исправит ошибку. Он доставит деньги. Не грусти. Больше не делай ничего подобного. История говорит, что он никогда не сделает этого снова. Тем временем Димир, пришедший в чайный сад, спрашивает об Омере. Он садится за стол, ждет Омера и пьет чай. В то же время двое сидящих за одним из других столиков замечают конверт в кармане Димира. Они говорят о том, что Омер рассказал о деньгах, которые он потерял. Поскольку они также знают Димира, они подозревают, что он украл деньги Омера. Ойкю неправильно ест завтрак, приготовленный Джанданом. Его мысли сосредоточены на его отце. Джандан велит Ойкю готовиться. Димир, с другой стороны, говорит, что не может больше ждать, и просит официанта позвать его и видит Омера, пока он собирается на работу. Есть полицейские с Омером. Он говорит, что у него есть жалоба на полицейских. Железо в шоке. Он говорит копам, что произошло недоразумение, но полицейские берут его за руку и отводят домой, говоря, чтобы он рассказал о своей проблеме в полицейском участке. Чандан и Ойкю ждут на автобусной остановке. Димир пытается объяснить полиции, что ничего не делал, но копы не слушают. Тем временем Ойкю, увидев своего отца среди полицейских, бросается к нему. Он не знает, что сказать, когда видит Димира Ойкю. Выясняется, что Димир не украл деньги, а пришел, чтобы передать деньги Омеру, и что инцидент был вызван полным недоразумением. Димир и Ойкю избавляются и от этого неприятного события. Димир оставляет все плохие дни позади, когда его отец женится на Джандане и любимом учителе своего дяди Угура. Его читают из-за счастья Ойкю на двойной свадьбе. История подошла к концу. Моя дочь попрощалась с экраном с финальной серией. Наконец-то стало понятно, что деньги украл не Димир, а скорее недоразумение. Пока Димир женится на Джандан, Угур и Севги достигают своих целей. По соседству двойная свадьба. Ойкю в полной мере наслаждается счастьем, танцуя со своим отцом. Теперь плохие дни позади, и он делает первые шаги к хорошим дням со своими близкими.